В Казахстане уже через два дня стартует международная акция «Марш парков». Обычно в это время сажают деревья, пропагандируют экотуризм. Готовятся к событию и в Іле-Алатауском национальном парке. В акции с большим удовольствием принимают участие дети, студенты и общественники. Они сажают деревья, очищают территорию от мусора. В этом году мероприятие продлится с 30 марта по 7 июня. За это время организаторы намерены провести 19 различных мероприятий, таких как День птиц, посадка деревьев, экологические десанты. Общественники говорят, что благодаря подобным мероприятиям с каждым годом туристов становится больше. Наша задача добиться того, чтобы и наши люди вывозили детей в воскресенье, ездили, отдыхали, смотрели красоты, проходили по туристическим тропам и впитывали запах Родины.